Всем здравствуйте! 30 апреля, завтра 1 мая. Всех с наступающим праздником. Сижу уже часа два. Как все на прежнем месте. Ни хрена не было. Два подлещика поймал. И то настоящую взяли. Час по рыбине, короче. Что-то вообще глухо стало. Может, измором за целый день, может, что и наловим. Посмотрим. Никого нету. Видать, не клюет ничего. Погода хорошая, тепло, пасмурно, должно клевать, а что-то непонятно. Ну, ладно, будем ловить. Два часа не клевало. Вот еще один клюнул. Скажу, жопа, жопа, каша лезет. Сейчас откуда каша, у меня сухари вроде, кашу откуда-то наелся, что где-то пшена. Кто-то подкармливал. Интересно. Кто-то подкармливал. Может, расклеется, может, нет. Ну вот, ребята, нам повезло, клюнул лещ. А на ту, на дальнюю, на стоячку, на эту тыкало-тыкало не поднять, на маленькую домушку. Тыкает, хрен знает. Это взял, клюнул хороший. Тыкло. Хороший. Да, сегодня ну, вообще настоящий берет. Вроде как расклевало.
души. А это что было? Непонятно. Подлещик был. Вот сволочь, а, приподнял. Что ты мозги постилишь?
Вчера поймал, поклевал пару раз хорошо, а потом перестал, считать целый день, нифига, утром до вечера. 1 грамм на 800 соседке отдал. А так все, вот мелочь. На нерест, наверное, ушла. Щучка, суточки. Вот, маленькая еще. Всех с 1 мая. Все на дачу, все шашлыки делают. Красота, ветер только сильный. Ну все, до новых встреч. Идем на Светуху.